Здравствуй, Антонио. Это я, Джинди. Я позвонил тебе прям как и обещал тогда. Мне сообщили о каком-то подозрительном объекте в твоем... Постой, у нас что-то со связью. Подожди-ка. Подожди. Что ж такое? Дверь. Похоже, не получится поговорить о былом. Давай завтра. Если с тобой что-то будет, то мы приедем за тобой. Мы тут круглые сутки. В общем, удачи тебе и...